Баю-баюшки тебя. Да иди не мешайся под ногами. Читаем магазин, выкупаем магазин. Ёпт! Волнуюсь время два раза. Вы смотрите новые блоги от Екатерины Варламова. Ваня, переключайтесь. Мега круто. Ты знаете, такой момент, когда ты на сцене, ты все равно ни хера не понимаешь. Жига-жига-жига-жига-жига-жига-жига. Сегодня будет сексуально. Просто у кого-то нет. Постоянно в телефоне. Потом удивляются, почему мы не пара. Девушке нужно внимание. Все время в телефоне, блин! Нахуй надо. Солнышко мое, вставай! Ласковый и такой красивый. Здорово. Рамису звоним. Рамис, а ты можешь позвонить блондину и сказать, чтобы он нас встретил? Угу-дюгу-дюгу-дюгу-дюгу-дюгу-дюгу. Тюгу-дюгу. И вот так, ребята, начинается наш день. Спасибо большое. Но вы уже представляете, как сказать, что сейчас будет. Я буду ее чмырить по полной. Отвечаю, ребят, не будет скучно, ребят, будет смешно. Иди сюда, мать, иди сюда. Сейчас меня тыкают. Тебя тыкают. Ну, хоть кто-то, хоть кому-то ты нужна в этой жизни, хоть кто-то тебя тыкает. Вот в чем проблема. Я знаю. Все проблемы от недотыканных баб. Да, от недотыканных. Что делаем, короче, братва, сейчас проникаем, пришли проникаем. Опять. Сколько много хороших слов. Тыканное, проникаем. Сегодня будет сексуально. Просто у кого-то недотыканное, поэтому она концентрируется на этих словах, понимаешь? Все, так по щечкам тебя. Ты не бесишь. Что ты вообще делаешь на моем канале? Скажи, пожалуйста. Я... Какого хера? Что ты здесь делаешь? Иди, пожалуйста, из моей жизни. Я уже устал у тебя. Короче, брата, что сейчас будет? Залетаем туда на ТНТ, на песни, вот на это, понял? Там все звезды. Мы их разматывать начинаем. Как попасть в шоу-бизнес? За бабки можно ли вообще туда попасть или нет? Ну, короче, поставим их, если что, на бабки, если вдруг ответят неправильно. Да? Все серьезно. Сейчас я подойду, и Тимур скажет, какой же ты дурак. Карина, да он даже не посмотрит на тебя. Он скажет, это кофе. Кофе принеси. Вот так он тебе скажет. Ну или по щам тебе охранники его надают. Залетаем в магазин, выкупаем магазин. Ёп! А как смешно сейчас было. Это уже пятая шутка от Карины за сегодня. Очень я не смешно. Буду с тобой разрывные шутки. Прям разрывные шутки. Понимаешь, как всегда. Можем поесть, конечно. То есть? С той стороны. А ему можно плюнуть в тарелку. Ей тоже, потому что ей надо худеть. Я там присутствовать не буду. С той стороны подносим приборчики. Только не говори, что вкуснее, чем я готовлю. Да, потому что ты вообще не готовишь. Конечно, вкуснее. Подойди, не мешайся под ногами. Ничтожество. Долбоёб. Ну какая-то мерзость. Отвали. Скажи, пожалуйста, а вот всем очень интересно, вот у артиста, у исполнителя, у него всегда есть свой любимый трек, и он не всегда совпадает, ну, с тем, что нравится аудитории. Вот какой твой вот прям от души самый любимый трек? Честно? Честно. Вот сейчас то, что мы будем выступать с человеком одним на песне, это прям... Давай. Это я. Мой любимый трек. Мы с Арсеном будем сейчас петь песню, и вот... За последнее время, наверное, это мой любимый трек, потому что прям мега круто. У кого из ребят, из, может быть, из команды Тимати, из команды Баста, вот реальный шанс стать звездой? Вот по твоему мнению. Вообще никогда. Вот честно, для меня это прям порог. Ни в коем случае никогда никого судить нельзя. И я не знаю, каждый из пацанов и из девочек там потенциально я смотрел. Каждый из них может стать артистом. И потом, это знаешь, это не показатель того, что здесь кто-то будет менее талантливый или более талантливый. Нет. Что не хватает российскому шоу-бизнесу? Тебя, Карина, тебя не хватает. Тебя прям, понимаешь, шоу-бизнесу вашего. Ну, спасибо, но ты все равно... Давай. Скажи, пожалуйста, что не хватает... Что не хватает российскому шоу-бизнесу? Вот, может быть, какой-то изюма, может быть, запада, а может быть, какой-то, наоборот, нашей национальной какой-то вещи. Вот чего бы вот можно было бы добавить артистам российским еще раз? Смелости не хватает всему шоу-бизнесу, чтобы делать новую музыку, выпускать новые форматы и выпускать это смело и никак не прокладываться под те рамки, под те правила, которые сейчас диктуют. Но, слава богу, сейчас музыка меняется четко и фрешмены появляются день за днем и музыка растет только вверх. Поэтому я желаю только смелости российскому шоу-бизнесу. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Слышь, ты че такой дерзкий, а? Ты-ты-ты-ты! Здрасте! Здрасте!
Здрасте. Разрешил этим людям появиться здесь. Ой, какие красивые все. А, то красота. Привет, привет, ребят. Привет, привет. Ой, какие филариады красивые. Не то, что ты. Рот закрой свой. Не то, что Карина. Вечно ходит мне, знаешь, шелушевка непонятная. С базара своего одевается. И сходи в Зару, в Black Star зайди, купи нормальную одежду. Вот видишь, я Паша Тимати. Не очень. Да, мне кажется, прям очень похоже. Один в один. Команда Black Star здесь. Продолжаем. Голосуем максимально за нас. Розовый 13. Саймо. Арсен. Барбершоп 13. Продолжаем топить. Все структуры, все, кто на нас подписан. Команда Black Star. Только вперед. Поехали. Да ты же не получится! Я здесь из-за тебя проблемы, какая ты команда, вот там команда, а с тобой. Любит их, а ты меня не любишь. А они его любят, Карина. А ты. А ты что? Да ну тебя. Иди нафиг вообще. Настоящая команда, они любят друг друга, понимаешь? Команда, это не то, что у нас с тобой, понимаешь? Лови меня! Что, дурак, что ли, силу свою ломать? Вот, блин. Лови меня. Давай, я тебе, хочешь, я тебя подниму на самом деле? Да? Я смогу тебя поднять. Смогу. Спорим, на сотку спорим. На 100 тысяч спорим, что я тебя подниму. Давай, Рамис, разбей. 100 тысяч спорим, что я тебя подниму. Давай, спорим на 100 тысяч, что я тебя подниму. Какие 100 тысяч, ты ненормальная? 100 тысяч, да ну, давай 100 тысяч! Да я так все бабки за тебя проебал в этой жизни! Что тебя вдохновляет? Меня вдохновляет сейчас, естественно, Дрейк, Асап Роки, Чарлиш, да, так, из девочек Ариана Гранде, да все сейчас, кто в Билборд 100, если прям прилистать эти ребята, те, кто делают круто. Как слушай, а можно сказать, да тихо, как, да я скажу, ты много вопросов задала, ты тихо, подряд задаешь какие-то фигню какую-то. Слушай, а вот может русский наш кто-нибудь, да, чувак, просто ворваться в Америку и попасть в Билборд, вот так вот, просто вот, ну не было, по-моему, на моей вот памяти такого. В Билборд? Да, вот топ 100. Вот сейчас, честно, со всем этим переворотом, сейчас с тем, что творится, мне кажется, вообще легко и просто. Потому что Скриликс недавно ремикснул одну из российских исполнителей и играл ее на фестивале, на своем выступлении. Потом тот же коллаборация, когда еще Туборг была, Скриптонит с Дипло делали. Мне кажется, потихонечку можно. Именно коллаборациями чуть. Фараон писал с Госменом, если я не ошибаюсь, с кем-то. Мне кажется, потихоньку можно. Фару? Что-то делать? Понятия не имею, с ним не общаюсь, но я жду. Его песни я слушаю всегда и оцениваю. Ах, какая невезуха, нет, ни сисек, ни бездухи. Смотри, у меня третий размер, между прочим. Ох, как она упала после. Давай не будем трогать сантиметры, ладно? У меня там грыжа. Понимаешь, ему нужно будет показывать вот сюда, вот, вот, рукой вот так. Просто снимай сейчас, не, снимай ее. Это вот так, снимай ее. У тебя фальцы не в фокусе. Зато ты в фокусе, видно, как я тебе факи показывал. Они меня обижают. Да, они Я, кстати, скажу так, что женщина может обидеть мужчину два раза сильнее. Вот, поняла? Вот она этим и занимается постоянно. Неправда. Я вообще его все время поднимаю и говорю, какой он классный. А меня поднимешь? Давай. Давай. На 100 тысяч спорю, если его поднимешь. Сотку тебе дам, если его поднимешь. А? Я тебя могу поднять. Не-не-не, вот его поднимешь, 100 тысяч тебе дам прям сейчас. Я могу настроение поднять. Кстати, это очень такой хороший фактор. Понял?
Потому что девушки обычно не портят настроение. Вот, а я всегда поднимаю. У него всегда приподнятое настроение рядом со мной, а он меня не ценит. У меня всегда приподнятое. Слушай, как готовит хорошо. Вообще не готовит. Какой не готовит? Это вам проблема постоянно. Все из кафе, вообще да? Из ресторана? Только рестораны, только рестораны. Постоянно деньги транжиры. По ресторанам, да, по ресторанам. Мне приходится хашу варить. Вы знаете, что такое хаш? Конечно, конечно. Вот. Вот эти вот листы кленовые. Как ты считаешь, ты прям справился на 100%? Не, нормально все было. Нормально или прям на 100%? На 100% все было нормально. Не, ну слушай, на самом деле, когда начинал, у тебя было видно, что ты так старался собирать вот эту энергию с зала, и такой, ща. И вот уже на след, ну где-то на второй, на третьей строчке, ты уже такой, все, типа, отстранился и пошел да, куда-то. Да, так и было, да. Кто для тебя реально соперник из команды Бастер? Вот такой прям мощный. У меня нет соперника, вообще ни с кем не соперничаю. Сам с собой соперничаю. За хорошую музыку. Слушай, надо допеть. Слушай, Тимати остался доволен, как думаешь? Блин, ну на сцене сказал да. Да? Да, вроде сказал, все круто. Ну, Басте понравилось. Он это он... первый раз в жизни, что-то ему понравилось, то, что я исполняю. Это, знаете, такой момент, когда ты на сцене, ты все равно ни хера не понимаешь. Вот когда я посмотрю потом запись, вот с таким вот лицом, когда кажут, тогда ты понимаешь. А от чего ты заряжался вот, вот я от зала? Как понимаю, да, что зал крутой. Я вижу, что девчонки все потекли, знаешь, получилось. Я видел, что Карин, вот ты спела, она вот все, вот, хочу его, понимаешь, и все. Значит, у тебя было круто. Крутое выступление. Вижу, разнервничаешь. А Катя смывала или Марнелла? Свобода, не знаешь? Так вон она, подойди, спроси. Ну я просто заменжевался. Заменжевался? Я просто трус. Но она сейчас меня так респектовала, я могу подойти спросить. Ну, чисто, что ты спрашиваешь. Типа от меня, короче. Ну да, типа, знаешь, как это? Давай сейчас Карину. А что ты ссышь? Что ты ссышь, а, сразу? А что-то я несу. Я несу. Катя, подойди. Ну чё, очко жим-жим? Вы знаете, иногда с ними вот так вот стоишь, я второй раз уже понял. Стоишь так, и они начинают разговаривать между собой. И может пройти минут 10, ты такой, hello. Да не, все круто, можно я уже пойду? Можно снимать эту байду? Да, можно. Круто, спасибо. Спасибо. Все, брат, из души. Спасибо большое. Чем? Что ты хочешь? Поддержать тебя. Поддержать меня? Да, вот так. Ты только так и можешь держать. На расстоянии. Сука. Вот так, не подпускай ее. Опасная, блядь. Подожди. Кто тебя поцарапал, сука? Ты где лазил? Собаку укусила. Какая нахуй собака на шее? Собаку. Помнишь, что я собаку покусила? Шею показал. Быстро шею. Покажи шею. Быстро. Вот. Нет, свою шею. Это собаку укусила? Я говорю, там упал, представляешь, собака подбежала такая маленькая. Сын, твою машину собака тоже собаки покусали? Да? Да? Собака тебя укусила? Конечно. Какая, блондинка или брюнетка? Темненькая. Не подходи ко мне, сука, сегодня. Заебало меня пиздец, когда-нибудь я в обратку уебу. Мечтай. И не подумай, что я в этот момент отхожу, потому что я испугался. Понял, у меня просто ветер сильный, меня сдувает немного. Слышь просто. Не пизди, да. Как, весь такой ты в белом, платье, да? Но не для меня. Весь такой ты в белом, но не для меня. Опять эти шутки, Катя. Вы скучали, ребята? Вы скучали по ним? Напишите, вот по-любому в комментариях напишите. Мы скучали по этим шуткам Карины. Это должно быть номер не 17, а цифра 6. Чисто цифра 6. Понял? Вот у Блокстара 13, а у тебя 6. Это 17. Понял? У Блокстара 13, у меня 17. Понял? 17. Это же Блокстар где? Где ты? Карина, где я? А где ты? Давай вот так вот лучше скажем. Где я? А где ты? Где? Я везде. Нигде, бля, везде, ёбка. Сука! Ты че разговорчивый сегодня такой? А? Сегодня главное настроение отличное, понял? Мне сегодня тёлка дала одна. Вот именно что тёлка, нормальная девушка тебе никогда не даст. А вот тёлка, которая вот эта, вышел из сети. Она видела. Прошло две минуты, и он вернулся в сеть дальше в Инстаграме. Сеть. Две. Он вернулся в сеть. Я видела. Две минуты, понял? Две минуты, больше. Понял, потом, когда на выпуск увидит, пизды получать буду по-жёстко. Пошел нафиг, не подходи ко мне. Да иди сюда. Нет, сюда иди. С ноги давай, готовься. Сейчас
сейчас как уебу. Давай. Не встанешь. Ушатаю нахуй. Хоум видео снимает Давид. Все равно же смешно. Какая смешная шутка от Карины. Ну уже номер два за сегодня. Номер два, понимаешь, разрыв пиздец. Вот ребятки за тебя. Аккуратно. Если что, Карина, это не моя девушка. Сразу говорю. То есть я свободен. Сейчас включим камеру, я спрошу. Молодой, свободный. А мы уже пишем? Да. А Карина твоя девушка? Нет. Нет, сука. Я на самом деле, что хочу сказать. Во-первых, очень тяжело определиться мне по жизни. Это, к слову, о том, если у тебя нет девушки. А вот, а это во-первых. А во-вторых... Я даже соперничать не буду. Я сам выставляюсь. Я хотела сказать, что я по девушкам. Так вот, невероятно все красивые. Невероятно все красивые. Вы там еще со своей личной жизнью пытаетесь разобраться или берете мне интервью? Невероятно все красивые, классные. Видите, жопу. Все очень крутые. Все участники совершенно невероятные. И выбрать кого-то одного или, ну, на крайний двух, вот, это уже групповушка получается такая. Очень тяжело. Реально, ну, невозможно не переживать. Ну, потому что, понимаешь, что ты не то, что ты их взрастил, но как бы они через тебя проходили там на период кастингов, отборов и так далее. И, конечно, видишь их слезы радости, грусти и так далее. Кто-то считает, что вообще все кончено, кто-то, наоборот, считает, что все это вот шанс в жизни, и он должен им воспринимать. Ну, то есть это такие эмоции у них неподдельные, и человек, который находится рядом с ними, там, на протяжении там моего количества дней, у него тоже, ну, не должно быть и не может быть поддельных эмоций. Ты спишь? Открытый. Вы смотрите новый блог от Екатерины Варданова. Если вам интересно узнать, что будет дальше в проекте «Песни на ТНТ», не переключайтесь. Спасибо, Кать, большое. Все, хватит, там положим. Катя разговаривает и Каринка. Катя уже договорилась, такая... И там опять часы вот такие, тик-так. Катя да. Очень красивая, очень красивая, очень да. Энергичная, очень вообще-то положительная, позитивная. А почему ты не такая? Потому что я не Катя. Во-первых, потому что я ниже ростом в два раза, как минимум. Менее интересная, менее образованная, менее умная. То есть, ты доиграешься, я от тебя уйду. Вот реально, ты вот давай, ладно, вот давай так, вот мы давно уже говорим с тобой на эту тему, вот давно, да? Ну куда ты можешь уйти от меня? Вот реально, ну куда? Вот я и куда она может уйти от меня? Вот ну, когда кому? Я уйду, ты узнаешь. Кому? Просто мне интересно, кому, Кар, вот кому? Это на что приглашение пошло? На свою свадьбу отправлю. Хорошо, нет. Хорошо. Запомните этот день. Запомните этот день. Стой, загрустил, сейчас слезу же не впустил. Да куда я от тебя уйду, дурашка ты? Ну куда я от тебя уйду? Ну что ты вредничаешь? Все время меня обзывают такой путю-путю-путю. Ну не плевать, все хорошо. Ты мужик, давай. Я мужик, давай. Моя любимая. Я мужик, давай. Я мужик. Он мужик. Он мужик, да? Да. Мой мужик. Конечно. Молодец. Нет, я просто мужик. Ты просто мужик. Да. Ты мой мужик, сука, говорю, мой мужик. Не твои руки убери свои, блядь, не позорь меня, тут девчонки есть, смотрят красиво. Покажу очень крутую игру. Нет, вот так, смотри, летел, ты говоришь, лебедь, по-синему. Не, а что там читал газету под номером, говори номер. Это. Нет, говори номер. 4. 4. Вот на 4, если у кого попадет, нужно захлопнуть. Давай. Раз, два. Три. 4. Это мразота, понял? Мразота конченая. Ненавижу ее. Тварь. Знаешь, конченая. Слов других не подобрать, понимаешь? Даже не хочу разговаривать, понимаешь? Это унижаться до ее уровня, до уровня плинтуса, опускаться. Я даже не хочу. Жига, зажигал. Это было реально. Зажигал. Вот это мне понравилось. Ах, уехал ты, вам не понравилось? Ах, уехал ты. И в 3-2 раз? Да. Ты сама придумываешь вот эти вот фишки? То есть ты сама пишешь? Конечно. Реально? Конечно. Помнишь, она тоже говорила. Да не, ну мало ли, может, этот трек там, то есть прям... Нет, написанный, конечно, сейчас мы работаем... А вот этот трек ты прям сама сделала? Сейчас мы работаем вместе с продюсером замечательным, потрясающим, и ему респект за очень многое, но пока не могу раскрыть все тайны, если он разрешит все-таки... Да, мы свободные теперь же бизнес. Не сама по себе гуляю. Слушай, ну ты уже одной ноге уже в следующем туре. Ноге, а ты русский все так и не, да? В следующей ноге. Вообще планирую в следующей ноге и оп. The winner. Ну, ты знаешь, как-то меняется твоя жизнь вообще? Вот после лифчик за 3000 что-то изменилось.
И так как-то я больше, что ли, открылась. Не знаю, как песня вышла, я больше открылась, потому что она очень жизненная. И сейчас я даже на это хожу, какая-то такая, мне кажется, чуть такая немножко спокойная. Тебя узнают сейчас на улице? Ну, как даже после гаджета. Гаджет! Гаджет идет, я такая, я гаджет. Слушай, ну, ты достаточно такие дерзкие треки, реально дерзкие, такие мощные. У тебя не сталкиваешься ты с хейтом каким-то, нет? Ну, я сталкивалась только с хейтом, типа, ты что такая, типа, там, такая крупненькая, толстенькая, вся фигня. Что ты, типа, вышла на сцену, я просто не понимаю. Это все как бы на самом деле от бескультуре. То есть почему у нас там людей, которые могут быть свободными, могут быть открытыми. Да, тем более, если посмотреть, я была разной для разных проектов. Угу. То есть я была и 70 килограмм, я была и 80 килограмм, да, я и столько вешу, как сейчас. То есть как бы и почему-то не хватает, что ли, какого-то то ли воспитания, то ли саморазвития понять, что человек может быть разным. Слушай, понравилось то, что Баста тебя похвалил? Или как-то так мимо ушей пропустила? Нет, почему? Мне очень понравилось, но у меня ориентир сейчас – это Black Star, и мне очень важно слышать то, что говорит мне мой продюсер, с которым мы сейчас работаем, и, в принципе, как живет и как дышит наша команда. Вот реально, ты честно скажи, вот нам по-честному никто не хочет признаваться. Считаешь ли ты, есть у тебя какие-то конкретные вот конкуренты в команде Баста? Не сказать, что у меня есть кто-то, кто мне по душе, и не сказать, что есть какая-то песня, да, мне очень понравились трити, то есть как бы с их первой песни, но мне не хватило, например, мне не хватило в припеве в первом разу как бы раз как бы расколбаса, да? Ага, Газгольдер. Где Газгольдер? Вот чувствуешь, что ты прям близка к народу? Да, я чувствую, но просто я не знаю, как объяснить, то есть эти песни, они все не выдуманы, типа, сейчас я выйду, ну, типа, я про разводство вообще не хотела открывать, то есть мне, в принципе, вот я такой человек, все равно, ой, как бы, нет, это все не надо, но так получилось, и так как действительно это моя история, ну, что молчать, как бы, да, вот это вот делать наоборот. Ну, когда я промолчу, да, что про меня скажут, ну, уже да, уже как бы мне пришлось сказать, потому что, ну, как бы, а что? Тут уже вот эта вот норма морали, они... Да, просто уже так. И я чувствую к себе теплые отношения, я очень люблю людей и очень отношусь с ним так же, и мне не безразлично, ну, то есть, если человек там идет, там, споткнулся или что-то, то есть, я не скажу, ты же из конкурирующей команды, ползи! Спасибо тебе огромное, ты, как всегда, заряжаешь, очень позитивно. Спасибо тебе большое. Кстати, у вас вообще очень круто. Я так ржала, когда зашла на ваш аккаунт. Нормально? Я сама ничего не поняла. Я вообще в интернет не выхожу, у меня вообще это все как-то, ну да, Инстаграм, конечно, я там бомблю, а так для меня, типа, ну, у меня нет телевизора, нет компьютера, нет iPad, iPod, iPhone. Да, у нас тоже все забрали. Я так хожу все время с телефона. Нет, да ты знаешь, что это были за люди, серьезно? Я такая, что? Несколько лямов. Такая, знала бы я бы хоть помылась. Спасибо вам. Спасибо, девочка. Давай, спасибо большое. Давайте хотите обниматься. И можешь, как всегда, наш ты кому-то на ноги наступил. А как вообще вот ты свой музыкальный стиль можешь назвать? Я не знаю, песни все настолько разные на самом деле. Ну, вот что на душе есть, то и будем слушать. Ты не можешь как-то определить определенный стиль музыки? Ну, нет, потому что и сейчас продюсер сказал, что это что-то свое, то есть это что-то новое. Потому что я тоже очень немножко переживала, как это воспримется. Сейчас не хватает, я думаю. Ну, потом, я думаю, попозже мы придумаем, что это за стиль. Слушай, круто выступил. Да, я тебя поздравляю, это было очень круто, нам понравилось. Слушай, вот девчонки перед тобой танцевали, как ты сдержался, что вот уже вот прям... Блин, если честно... Она извертелась перед тобой вся, вот как ты сдержался? Не, ну, мне там предупредили, сказали, что человек замужем. Еще у него, правда, очень красивый голос. Вот. Я просто вблизи это слышу. Мне тебе труднее будет разговаривать. Подожди, ты с акцентом говоришь или без? Давай так. Я без вообще. До этого мне никто не говорил, что я говорю с акцентом. Нет, слышал бархатный голос, такой низкий. Да, очень без акцента. Ну, в общем, это было трудно, но мы справились. Ну, круто. Слушай, как так получилось, что твои песни играют на радио? Если честно, песня, которая с первого концерта, я подозреваю, что работа ведется, то есть мы здесь занимаемся проектом, мы... Ну, ты вообще знал о том, что твои песни играют? Нет, я не знал, что они первый раз услышал? Да, то есть то, что это я... Да, я вообще не был в курсе, и про Шазама тоже не был в курсе, то есть у нас чисто физически нет времени все это отслеживать, мы только в инстухе там смотрим, что... Это очень круто. Слушай, как ты вот себя после проекта чувствуешь? Ну, точнее, не после, а на проекте. Есть разница? Да на самом деле, по большому счету, все изменения, которые есть, серьезно, они внутри. То есть ты понимаешь, что ты пришел сюда, посмотрел, как это все работает, это, ну, топ. Вот. И когда ты работаешь, наверное, с лучшими в своем деле здесь, ты понимаешь, что
тебе тоже надо быть увереннее. Я сюда пришел таким немножко. Моя уверенность была где-то глубоко-глубоко, его так вытягивали, доставали. Слушай, ну не сложно, когда ты работаешь со звездой, не давит это морально, что ты как бы типа должен, ну, не оплошать? Ну... Карина постоянно нервничает моя... из-за этого. Если я работала со звездой, может быть, я и нервничала. А ты работаешь со звездой, Карина? Да, где она? Я не вижу ее. Горит во лбу. Я когда выхожу со сцены, каждый раз так было. То есть я выхожу и немножко в трансе. То есть ты не понимаешь, все ли было четко или нет. Мы ждем эфира. Я волнуюсь все время два раза. Первый раз, когда надо выйти, и второй раз перед эфиром. Ты сидишь такой, типа, блин, а вдруг там все плохо. Ну, как думаешь, ты пройдешь дальше? Не знаю, я вообще не думаю на этот счет, потому что я вышел, спел, дальше от меня вообще ничего. Он не просто так бабку забросил. Думаешь, эти пару косарей, а? Слушай, а есть у тебя какие-то кумиры в музыке? Ну, помимо Тимати. Ну, помимо Тимати. Да как таковых нет, на самом деле. То есть есть просто артисты, которых я слушаю там альбомами прям, но их очень немного. Ну, например? Кто вот, например? Ну, допустим, даже не, давай не так вот. Давай, кто ты сейчас вот в топе есть из новых ребят, да, кого ты слушаешь? Да, кто тебе нравится. Это единственный человек, который вот я весь альбом скачал, это французский артист. И он этнический африканец, он с Конго. Зовут его Мэтр Гимс. Я на самом деле не слушаю, точнее не гоняю все время русскоязычные какие-то топы там вот эти, потому что ну, ты подсознательно все равно можешь что-то оттуда взять. Ты даже не заметишь этого. То есть ты послушал, потом садишься писать и что-то выцепил на уровне просто инстинктов. И потом выясняется, тебе там пишет кто-нибудь, а это там-то, там-то. И ты типа даже ну, не специально это делаешь, но кому ты пойдешь объяснить, что ты это не специально сделал. А скажи, пожалуйста, а есть у тебя, как ты считаешь, какие-нибудь конкуренты на проекте? Вот с кем бы ты, вот кто твой соперник прямой, если вот идти к победе? Вот сейчас это будет звучать максимально банально, там, неинтересно, скучно, но это истина. Вообще нет конкурентов. То есть, ну вот если я выйду, облажаю, кто мне может ну, условно помешать написать хит? Мне же никто... От чего зависит хит? Как написать хит? Вот расскажи. Это ни от чего не зависит. Просто ты написал песню, а хит это или не хит, решает уже ну, слушатели. То есть я же не могу там стоять в рубке. Если кто-то залетит, там, не знаю, а вам что залетит, мне с локтя в голову ударят, тогда не получится записать. Тогда да, я буду говорить, а, ты мой конкурент. А пока что каждый пишет песни, я слушаю ребят песни, там, одна круче другой. Мы выходим, делаем, мы в одинаковых условиях. Чем ты вдохновляешься, когда пишешь песню? Вообще чем угодно. То есть это может быть просто какой-то там какая-то ситуация в жизни, просто очень такая вот покасательная. Там прошел, увидел, бабулька там, не знаю, несет какие-то пакеты, помог, конечно. Потом уже подумал, надо об этом песню написать. Ну, ты очень круто выступил. Спасибо. Очень классно, можно тебя еще раз поздравить. Да, спасибо. Савчик, бро, поздравляю. Спасибо. Ждем тебя дальше. Спасибо. Хотим тебя видеть. Да, надеюсь, сделать увидимся еще здесь. Я постараюсь. Ребята, на самом деле, из команды вот именно Black Star, они все как-то тут это за вот командный дух. Ты ощущаешь этот командный дух? Я ощущаю, конечно. Мы круглосуточно вместе все время. То есть мы слышим друг друга песни. И мы все очень разные, прям катастрофически разные. Это к вопросу о конкуренции. Какая может быть конкуренция? У нас вообще все разное. Спасибо большое. Вам спасибо. Рад был общаться. Все. Я хочу до скорых встреч. Ну что же ты вся горишь? Я хочу, потому что... Что? Хватит указывать мне, что делать. Я что буду говорить, ты то и будешь... Ты мне на ногу наступил, блин. В общем, ребята... Наступила ночь, это значит, что Каринечке пора идти спать, а я пойду ее укладывать. Баю-баюшки тебя сделаю. Кто меня не укладывает, я посмотрим сама спать ложу. Сказочки на ночь расскажу, и, ребяточки, а вам спасибо большое, что были с нами. Я надеюсь, что вам очень понравилось, поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, дальше будет прям пушечку, такую прям пушечку для вас готовим. Так что, ребят, подписывайтесь, ставьте лайк и за самый креативный комментарий, как всегда, подпишите. Блять, оглушила. Дура тупая. Тупая дура. И на этих приятных словах, друзья, мы с вами прощаемся, мы вас любим. И все, что мы делаем для вас, поэтому надеемся, что вам понравилось. Ай, да больно мне. Сука какая, ты заебал ты меня. Ты сучка такая. День, все, можно ехать домой? Добби свободен? Добби свободен. Добби вернули носок! Добби, все, может, ехать иди, домой. Карина, ну да иди, ты же задолбал. Ну, уже устали операторы от тебя, ну сколько можно. Ну, домой хотят ребята. Кто-то пойдет пешком, а кто-то поедет на машине. Договорился? Да лялякался сегодня. Пешком пойдешь, понял? Да больно надо. Все, ладно, давай обними меня, скажи, как сильно ты меня любишь, потому что все думают, что ты меня ненавидишь. А на самом деле... какое отношение ко мне такое? Нет, да. На самом деле он меня очень любит. Это мне похуй на него.
Ну, собственно, что могу добавить, ребят? Ну, сами вот реально вот по этим словам понятно, как бы. Домой, детки, домой. Все, всем пока, удачи. Бам.